Несколько десятков работников рынка «Союз», что на поселке Котовского, утром 20 апреля перекрыли улицу Семена Полия на участке между Паустовского и Бочарова. Участники акции требовали от администрации рынка снизить арендную плату во время локдауна. Сейчас рынок закрыт, они продают свои товары в интернете, но при этом арендную плату все равно вынуждены платить. Участники акции «За право на труд» перекрывали дорогу. Таким образом, предприниматели требуют разрешить им работать на рынке с соблюдением карантинных ограничений. Протестующие рассказали, что администрация закрыла все ворота, оставив лишь один проход, что сводит к минимуму возможность работы контейнеров. При этом со всех предпринимателей требуют своевременную арендную плату – 80% от полной стоимости. Отметим, что въезд на рынок платный даже для владельцев контейнеров и платить необходимо каждый раз. Торговцы пошли к администрации рынка, требуя открыть все ворота или хотя бы снизить аренду. Администрация ответила, что никаких уступок не будет. Разочаровавшись, люди временно перекрыли дорогу, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. Если после акции ситуация не изменится, то работники рынка настроены решительно. Люди готовы полностью закрыть там свой бизнес и уйти.